разочаровала меня немножко Залина Седокова, но она первый раз выступала в этой весовой категории. Я думаю, тут какой-то психологический аспект. Мы постараемся выяснить и как бы нивелировать вот этот вот недостаток. Но это вопрос ее и психологов. Ну, она как бы, когда была призерка мира, и после этого она у нас как этот, куда не везем, и больше ничего не привезем, называется. У нее мандраж настолько высоком уровне, вы не представляете себе, я посмотрел, просто зашкаливает. Она когда уже выходит поздороваться, у нее уже ноги подскашиваются. Потому что вот уже у нее нет вот этого, вот именно психологически она не слабоватая.